Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня очередная часть моих запасов, и я вам покажу, что у меня есть для волос в этой части. Думала, что мало всего, думаю, надо, наверное, с чем-то компоновать, но насобирала целую корзину, поэтому будет отдельная часть. Шампуни. Шампуни у меня почти все в огромных объемах, начиная вот с 700 мл. Шампунь-кондиционер для волос, кокос и цветок Тиаре от Avon Naturals, гладкость и блеск. Взяла из-за аромата. Обожаю этот аромат от Aloha Manoi и Avon. А так, ну, для меня слишком простенькие такие шампуни. Ну ладно, пусть будет. Так, также от Avon у меня есть в объеме 400 мл магия гиалурона шампунь для тонких нормальных волос. Мне нравятся такие объемы, мне вот на месяц как раз хватает, потому что на маленькие я стараюсь и не размениваться. Ну, если, конечно, только так вот что-то хочется попробовать именно. А так, в основном, вот, ну, для постоянного использования я беру объем 400 мл. Самый для меня такой оптимальный. Так. От Шаумы осталось два шампуня. Как-то показывала в уходе на месяц. Муж не захотел пользоваться, хотела ему подсунуть. В итоге я потом испугалась. Вот после шампуня с колой для тоже жирных волос. Вот здесь вообще написано жирных у корней, сухих на кончиках. Прям как у меня. Я что-то побаивалась, потому что прошлый тот вот шампунь мне так сильно сушил волосы. Я кое-как его доиспользовала. Поэтому этот пока поставила в запасы. Ну, может быть, на лето. Свежий такой зеленый аромат. Вот этот вот однозначно тоже на лето пойдет. Океан Love. Шампунь увлажнение. Классно. Чем он пахнет, я даже не помню. Сладковатый такой аромат. Ну, Шаума тоже такие простенькие шампуни у них. Вот. Так, что еще? Вот из больших. Вот такой вот Ира мне присылала недавно парочку. Шампунь укрепление и рост против выпадения волос. Ботаник Лев какой-то. Шампунь и бальзам вот такой с дозатором он. Здесь тоже большие объемы по 500 мл, но мне в самый раз. Тоже, наверное, скоро буду использовать. Так, и из больших банок. Ну, и тут в перемешку, потому что такой вот есть бальзам. Ополаскиватель от Fructis, ослабленные волосы, склонные к выпадению. Вот. Нравится мне аромат Fructis яблочный. Вот этот вот. Так, потом еще вот такая вот парочка от Pharmacy. Шампунь и бальзам. Лилия мне присылала. 375 мл здесь поменьше уже с оливой. Наверное, увлажняющий. Тоже для сухих и поврежденных волос. Увлажняет, укрепляет, придает дополнительный объем и красивый блеск. Интересно, тоже будет попробовать. Ни разу не пробовала шампунь от Pharmacy. Ну, думаю, будет хороший. Все такое вот зелененькое. Прям летом все охота использовать. Ну, лето-то у нас не резиновое. Так, потом вот такой вот бальзам еще у меня есть. Отдельно я покупала. Вот меня до сих пор совесть мучает, почему я его без шампуня купила. Ну, думаю, как бы шампуней много, а бальзамов нет. И вот остался один одинешенек, там шампунь стоять на витрине. Банан и дыня. Два моих самых любимых таких фрукта в косметике, я имею в виду. 350 мл. Это студия Professional. Очень вкусно пахнет. Тоже такой цвет красивый, позитивный, летний. Так, вот эти вот средства у меня оказались пока в запасах. Я отставила. Ну, тут, наверное, по половине. Потому что объем маленький. Так бы я уже давно бы закончила. Не знаю. От Herbal Essence. Что-то я начала ими пользоваться. У меня как полезли волосы.
Я аж перепугалась. Ну, потом выяснилось, конечно, что это не от шампуня, но я вот реально прям думала, что думаю, ну как так? Потом я стала как бы другим мыться, ну и продолжилось выпадение, поэтому, ну, я поняла, что это не от них. Но вот почему-то при использовании вот этой парочки как-то мне казалось, что особо много волос выпадает. Поэтому пока отставила. В общем, пока не решу проблему, брать их пока в использование не буду. Потом как хотя бы поутихнет, немножко подлечусь и возьму. Так, банки. А, вот еще же шампуни. Сейчас, подождите, выкопаю. Новинки, вот, которые я вчера купила. Шампунь и бальзам Fresh, Super Fresh. Кокосовый ламинирующий и бальзам для волос тоже такой же от Фитокосметик. Не знаю, чем пахнет, потому что срок годности после вскрытия 1 месяц, поэтому я не рискнула. Хотя, где гарантия, что там в магазине никто нос не засунул именно в эту банку. Ну, в общем, как повезет. И вот без бальзама у меня оказался вот такой вот шампунь кедровый, питательный. Он, наверное, у меня постоит даже, наверное, до следующей зимы. Потому что, ну, такой более осенний, зимний аромат. Мне так кажется. Ну, и питание тоже больше зимой надо. Летом я предпочитаю увлажнение. Так. Бальзам-маска есть против ломкости и выпадения. Слушайте, у меня столько всего против ломкости и выпадения. Надо сейчас прям вот комплексе с витаминами и лекарствами, еще и такими средствами попользоваться, чтобы, ну, как бы сказать, не только изнутри проблему решить, но и снаружи. Экстремальное восстановление для истонченных и секущихся волос. Классно, это комплимент. Я думала, что это просто какой-то бальзам. У меня даже особо и не вчитывалось, что у меня тут такое. Ну-ка. Ну, вот, закрыт. Ну, просто белые у них. Так, потом есть у меня вот такая вот огромадная банка в объеме 500 мл. Защита цвета и восстановление для окрашенных и поврежденных волос. Которую я, помните, показывала, что вскрыта была упаковка в магазине. Но она стояла одна единственная на полке, поэтому я взяла. Ну, то, что она вскрыта, это я уже дома обнаружила. Вот. Обалденный аромат банана. Они продаются в сашетках, вот эти вот маски. Без скидки эта маска стоит 300 рублей на Валберес. Здесь была 229, я решила схватить. Бывает, по-моему, и еще дешевле можно где-нибудь урвать. Ну, в общем, меня такие объемы совершенно не пугают. Но эту я, наверное, буду вот конкретно как маску использовать. Потому что для бальзама, наверное, это тяжеловато будет. А вот эту, скорее всего, как бальзам. Ну, в общем, посмотрю, как будут жирнить волосы или, ну, пачкать или не будут. Так, из новеньких у меня вот такая вот клевер и гранат от Faberlic Botanica. Не пробовала еще. И вот тоже свежая косметика с пребиотиками. Густое масло какао для волос восстанавливающее. В принципе-то не так уж и много. Так вот корзинки прям устрашающие это выглядело. Прям с горкой. Но в принципе, тем более, что у меня шампуни с бальзамами расходуются вообще. Вот как гели для душа, просто со скоростью света. Поэтому вот так. Ну и из таких дополнительных средств. Лак для волос и мусс. Пока стоят в запасах. Как только снимем шапки и будем чего-нибудь крутить на волосах, достану, буду пользоваться. Но пока решила запасы убрать, чтобы не стояла эта целая батарея там на комоде. 2 термозащиты у меня еще в запасе есть, чему я очень рада. Слава богу, хоть она не исчезла. Вот от Avon лак и мусс пропали без следа. Из каталога термозащита еще есть. Я не знаю, если ее когда-нибудь уберут, я, наверное, буду горько плакать. Так, потом 2 краски для волос от Next. Не 2, а 1,5. Здесь в 1,5 тюбика. Ну, я сейчас только корни крашу. Оттенок одинаковый. 9,13.
Блондин пепельно-золотистый. Не знаю, что-то мне начинает надоедать этот цвет. Я так за ним гонялась, так за ним гонялась. И вот на тебе, думаю, что-то мне хочется другого, а чего не знаю. Так, потом сыворотка от Фармаси, кератиновая. Еще не начала тоже, ну вот уже показывала в уходе на месяц. Но еще не начала. Скоро начну. И вот такое вот масло, почему-то я его сюда отнесла, корейское, бренда Benton. Ну, его можно для всего. И в уходовые средства добавлять, там, хоть для лица, хоть для тела, хоть в гель для души. Не знаю, надо бы мне вот что-то чуть-чуть им попользовалась, и все, стоит. Думаю, надо, может быть, его до мытья волос. Потому что я пыталась им вот как сывороткой пользоваться, но нет. Жирнит она очень волосы. Может быть, до мытья волос наносить на волосы. Блин, об этом же как-то вспомнить надо до мытья волос, прежде чем намылить голову-то, что что-то ты хотела еще что-то намазать до этого. Ну, не знаю, в общем, с маслами я как-то не дружу. Вот такие вот у меня запасы. Ну, кто-то скажет много, кто-то мало. Я бы вот, в принципе... Вот эти вот покупки, наверное, были бы и лишние, если так вот посчитать по количеству. Но пока есть, пока новинки, хотелось взять запасы, поэтому... И тем более вот на маленькие я вообще их могу хоть 10 штук там купить, что-то на пробу, потому что мне вот такой баночки, наверное, на 2 недели только хватит. 245 миллилитров здесь. Поэтому я за это особо не переживаю. Все, большое всем спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока.